Традиционно у нас представляют очень красивые сани, в которых стоят электромоторы, их фирменные. И далее прошу обратить внимание на очень интересную технику, это муравей. Значит, во времена социализма муравей был очень востребованным транспортным средством для жителей, живущих в селах и деревнях. Вот. И он умудряется перевозить вес даже больше, чем весит сам. Значит, рядом со стендом Дуйнова у нас стоит этот образец, муравей, только сегодня он уже электрический. Его очень интересная такая техническая сторона, это то, что он преодолевает 36-градусный подъем с полной загрузкой. Вот, это говорит о том, что тяговые характеристики электрического двигателя гораздо превышают параметры и характеристики бензинового двигателя, который постепенно уходит в историю.